Перед тем, как видео начнется, сразу вот прям итог. Вот джойстик, про который сейчас пойдет речь в видео. Этот джойстик не оригинальный. Коробка там, ну неважно, какая коробка. Коробка вот такая, но она не такая. Она может быть такой, может быть другой. Джойстик не оригинальный. А коробка вот такая. Вот он так выглядит. И вот их на вид продается 1600, хотя в Walberz их можно купить за 850-880. Дальше смотрите видео и однозначно покупать. Это говно не стоит. Ну, в описании вы прочитали, что у нас сегодня на обзоре. У нас не оригинальный джойстик от Xbox. Как говорится, распаковка нах. Вот. Выглядит он вот так. Вот в такой коробке он пришел. Я еще не делал ничего, я только разрезал здесь скотч. Все. Вот в таком виде он пришел. Давайте мы это все посмотрим. Это нахер выкидываем. Вот в таком виде он пришел. Значит, я его покупал в Алберси. Сейчас фото покажу, где я его покупал. Дальше погнали. Распаковываем. Смотрим, что он из себя представляет. Да, пока я его не достал и не распаковал. У меня был в пользовании. Я лично пользовался оригинальным джойстиком от Microsoft. Поэтому у меня есть что сравнивать. Упс, шлепнулся. Опа, нахрен. Нахрен. Так, как-то это мне кажется, должно быть более качественно упаковано. Давайте посмотрим. Сразу первое отличие провод. Провод не такой, как у оригинального. У оригинального здесь, по-моему, лейбл есть, более массивный. И провод другой. И, короче, на нем такой типа. Я как я не знаю, как сказать. Типа флаг что-то висит вот так вот на проводе. Вот. А, берем джойстик. Так, это мы выкидываем. Ну, пока. 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 Так, стики на ощупь. Ничего не могу сказать. Сам джойстик на ощупь. Ну, вроде похож. Кнопки. Нет, 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 Кнопки с явным щелчком. То есть у оригинального джойстика не было явного щелчка. Тут прям чик. Нет. Крестовина. Крестовина тоже с таким явным щелчком. Нет, 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 крестовина тоже не такая. Дальше. Ага. Ага, вы вот смотрите, к микрофону поднесу. Подождите. Это, вы поняли, да, верхний стик. Не, не, вообще это не так работает. И нижние стики, угу. нижние стики отзывчивые. Стоп, вот этот шумит. Слышали, да, вот этот вот шумит? У оригинального ничего не шумело. Все, давайте сейчас мы его подключим к тесту. Тесту я сейчас переключусь на другую камеру подключим к тесту и будем тестировать данный джойстик а, пока отключаюсь как бы переход так а теперь мы проверяем геймпад а, все кнопки у него работает 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 Ага, кажется, работает. Но давайте смотреть по факту. Что-то мне кажется, тут очень большой люфт. Ну-ка, смотрим. Сейчас я как-то настрою, чтобы вы видели. Смотрите, сейчас, сейчас вот так. Смотрите, я делаю вниз. Нет эффекта. Смотрите, еще вниз. То есть, смотрите, я много вниз делал. Нет, видите? Сейчас ближе. Давайте ближе, смотрите, вниз. Вот только появился. Угу, влево. Так, правый. Угу, то есть, видите, смотрите, сколько, сколько, какой люфт большой, смотрите. Так, давайте побольше, вот так вот. Так, ну-ка, фокусируйся. Давайте я вниз буду делать Нет, влево давайте, я хер знает как, он, чтобы было вернётнее. Так, видите, смотрите. Вот только появился. И еще в конце. То есть он уже до конца здесь. Вот он до конца. А я еще в конце. Вот, видите, сколько. Люфт большой. У того и того стика. Дальше. Вот это давайте посмотрим. Тут что -то мне подсказывает, тоже будет люфт большой. Ну-ка, смотрим. Смотрите, наш... Вот видите он? Как он... Вот, вот, во, 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 вот так, смотрите. Нажал. Нет эффекта, видите? Вот, вот. Эффекта нет, видите? Нажал, нажал. Смотрите, эффекта нет. Вот это все нажатие, эффекта ноль вообще. Еще нажал. Нет эффекта еще! Еще, еще, еще. Вот только, видели, схватил. В самом конце. Вот он только схватил в самом конце. Еще раз смотрите. Нету, 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 нету. Вот И. До конца, да, да, до конца додавливает. Но ну, извините, мне тут, короче, 50% кнопки это ноль. И потом только пошло. И это, я так боюсь, также. ну давайте посмотрим, так как вам сделать вот так вот. Да, видите, тоже нету сейчас. Вот. А, фиг знает, как вам удобно, чтобы посмотреть. Вот как вот. Я не снимал такие вещи подобные. Ну, давайте как-то вот, вот так как -то

вот, вот, этого, вот этого говна, говна. Это драки, потому что в драках не нужно там. Вот в драках все кнопки работают. Вот в драках, вот в Mortal Kombat, там вот это вот все, вот, кстати, тоже мы не проверили. Это все работает, да, вот это, вот это, да. В, в драках самое то, но гонки какие-то, может быть, статисти пойдут. 3D-экшены. Потому что там что уж особо не надо. Там же это, да? Вот. Я сейчас видео выключу, попользуюсь и еще вам в конце вердикт скажу, как вообще в разных играх им пользоваться. Все, сейчас пока прекращаем видосик, продолжим дальше. Попробовал я данный джойстик в гонках, в драках, в 3D экшенах. Вердик, а, вердикт, вердикт, вердикт один. В драках, да. А, в 3D экшенах скажем так, эффективность 70%, потому что если ты, ну, у них программно ограничен, то есть ты даже если на максимум делаешь вправо стиком поворачиваться, то он программно поворачивается, то есть можно регулировать более-менее. А гонки 0, 0, минус, минус 10, минус 100, минус миллион. Гонки вообще не вариант на этом стике джойстики играть. Повторюсь, драки, да, 3 d ну, эффективность более 50%. процентов. Данный джойстик не советую никому к покупке. Берите оригинальные девайсы, ребят, не ебите мозги. Спасибо за просмотр. Всем пока.